Саныч, мы все раскусили ваш план. Почему? Какой? Слушай, ну не придумаю к ресторане уже то, о чем я даже и представить себе не мог. План составлял Куряеву, между прочим. Ага. Мы все поняли. Началось. Вот это тоже план тогда тоже фотографируется. Это тоже план. Другой. Да, это тоже план. Пивоварный сделал колодец, да, и да, он провалился. Да. Это подвод к каждой квартире. Каждому гадит. Чтобы из квартиры уже не ходить, не ходить любителям. Да, так? Это все, это классика. Пролоббировали. Да, это вы. Сейчас все телеги, мне кажется, написывают, все балаковские. Слушайте, так, еще что-то осталось. Дом Балаковский. Да, еще зефир, печенье Марии, сладкоежка, и вафли, палочки, палочки, да, балакоша. Нет, только одного акциза они уплачивают до 400, что ли, миллионов рублей в год. В областной бюджет 100%. Надо возвращать, надо вот как дорожный налог вернуть и Балаковский пивовар сюда. Есть... Суть снимается. Да. Андрей Иванович, давай. Свежий тут номер? Да, свежий. Да, все, зачет. Почему у нас в хорошем таком микрорайоне, да, там, вот коммерческая организация, я вот смотрю, отделила себе тротуар, понимаешь? И почему тогда вопрос никто не задает? Почему депутаты фракции «Единая Россия» в Балаковском муниципальном образовании, вот мы вчера с ними говорили, пишите в прокуратуру. Недостаточно, я сегодня же обращусь, вот Наталья Леонидовна здесь тоже меня поддерживает. Слушайте, взяли тротуар, у пешеходов забрали.